Люди меняются на глазах. Невозможно об этом не услышать. Люди очень разные. Битва – это я. В 2022 можно считать годом возрождения проекта «Битва блогеров». Команда основателей однажды распрощалась с аудиторией, однако не прошло и года, как потребность во взаимной поддержке предпринимателей вновь стала актуальной. В итоге в обновленном составе организаторы провели еще 3 сезона. Это финал 13-го. Люди очень разные приходят. Уровни очень разные. Есть люди, которые только ищут себя, есть уже большие гиганты, предприниматели. Я составила целый списочек, кого я помню. Это риэлторы, это рестораторы, это репетиторы, психологи, строители у нас были, косметологи и бьюти-мастера, флористы, игропрактики, трейдеры были недавно, СММ-специалистов очень много, дизайнеры одежды, магазины, коучи, фотографы, музыканты, ювелиры. И этот список можно продолжать на самом деле до бесконечности, потому что огромное количество людей разных профессий приходит в битву блогеров. Кстати, среди участников немало тех, у кого 2 и более профессиональных активностей. В одном лице здесь можно встретить врача-флориста, репетитора-астролога, фитнес-инструктора-декоратора, юриста-дизайнера и так далее. Невозможно об этом не услышать, уже много кто участвовал. Очень рада быть частью, ощущать это все на себе, очень круто. Много полезной информации было, которую я применяю и как блогер, потому что я являюсь блогер, и как предприниматель. Я бы это обозначила как твой прорыв, например, всестороннее развитие бизнеса. Это и прокачка соцсетей, это и новые навыки. Самое главное – это коллаборации, знакомства и полезное окружение. Это огромный рост. Если говорить про свое творчество, про свой бизнес, про работу, то это, конечно же, большая уверенность в себе, это рост в ценнике, это новый уровень клиентов. Ну и, как всегда, это творчество. Люди меняются на глазах. Я вообще считаю, что это сокровище и находка для нашего города, которая развивает совершенно разносторонних людей разного возраста, с разными увлечениями. Согласно статистике, порядка 70% участников возвращаются в проект в следующих сезонах, поскольку битва постоянно меняется. И программа мастер-классов, и состав экспертов. Неизменной остается только эта атмосфера дружбы, творчества и взаимной поддержки. В этом сезоне самый большой кайф и классная заряженность на результат дало то, что мы с первого дня объединились в команду. То есть у нас была команда образования. И когда мы уже в команде сделали 9 заданий из 10, мы поняли, что мы реально команда. Финал проекта – это подведение итогов. Пока организаторы считают баллы, участники делятся своими личными результатами. За время проекта я запустила реалити-шоу на английском «Начни говорить» за 2 месяца и продала все 3 места VIP на эту программу. У меня 5 новых учеников, и на своем примере я показываю, что это все возможно. У меня появился чат-бот, это облегчает очень работу. Я начала писать посты, я стала более понятна клиентам, и клиенты дали обратную связь. Клиентки появились даже сегодня на финале, мы одели девочек некоторые, очень круто выглядят. Поднялись охваты. Люди начали знакомиться с продуктом, соответственно, захотели его покупать. То есть не покупают не потому, что продукт плохой, потому что непонятный. Битва блогеров объединяет не только участников и экспертов, но и предпринимателей, которые продвигают свои бизнесы в качестве партнеров. Да, очень много коллабораций, то есть мы знакомимся с новыми поставщиками десертов разных, да. Также приходят люди, уже звонят после битвы, говорят, что вот мы узнали о вас из битвы, мы у вас были, мы хотим провести у вас
концерт, мастер-класс, девичник, гитарник и так далее. Все это очень здорово, и наше атмосферное пространство становится все более душевным, интересным и разнообразным. Очень приятно быть причастным к такому важному мероприятию в нашем городе. Мне кажется, после битвы люди просто светятся, искрят, и они готовы победить весь мир. Да? И это счастливые люди, яркие глаза, улыбки. Мне кажется, они в этот момент, вот после битвы, это самое классное вот состояние, когда тебе ничего не страшно. И в этот момент ты можешь сделать квантовый скачок, чего я всем им и желаю. Ну а мы, как организаторы, желаем всем нового сезона. А он будет уже в следующем году, в феврале месяце.